Приветствую вас, лбешни, ломающие носы. С вами Федорович. А в этом видео мы посмотрим хайлайт самого брутального уже бойца-ветерана ММА и кика Алистера Оверима по прозвищу Разрушитель. Но прежде чем дать вам насладиться жесткостью и перекаченностью этого видео, я немного расскажу вам про этого монстра. У Алистера Оверима было непростое детство, которое он провел в Голландии. А сам малый был трудным подростком и постоянно ошивался на улицах и в кабаках. Однажды Оверим рассказывал, откуда у него шрам на щеке. «Мне было 15 лет, я пропадал в барах и всегда влезал в драки. Один из парней разбил от меня бутылку. Пришлось накладывать на щеку около 20 швов. И таких приключений в биографии будущей звезды было немало. В 15 лет вместе со своим братом Валентайном пацаны пришли в зал кикбоксинга, чтобы научиться драться и стать авторитетами в кабаках. Но благодаря дерзкому характеру и хорошим данным, которые увидел в мальце тренер, Алистер начал выступать и в итоге стал одним из лучших профи-бойцов. Этот малыш вырос до 193 сантиметров и наел исключительно на грудках и творожке 115 килограмм рабочей прокачанной мышечной массы. У Разрушителя была очень яркая карьера. Он был чемпионом в тяжелом весе таких организаций, как Strike Force, Dream и K1. И единственным в истории спортсменом, которому удалось удержать три титула в ММА и кике одновременно. Всего Алистер провел 81 бой, одержал 56 побед и 23 поражения. Кстати, уже будучи известным бойцом, Оверим продолжал куролесить по кабакам, что однажды для него очень плохо закончилось. В 2011 году он с братом пошел в ночной клуб, в котором они вдвоем дрались против семерых охранников, пять из которых увезли в больницу. Но Алистер получил порез руки, в который попало заражение, из-за чего он чуть не потерял руку, и ему пришлось отменить два боя, потеряв при этом кучу денег, о чем он сам потом жалел. Конечно, многие из вас скажут, что Разрушитель – жесткий химик, и, конечно, будут правы, ведь в 2012 году его даже на этом споймала антидопинговая комиссия. Но нужно сказать, что все бойцы того времени сидели на запрещенных препаратах, которые не являются залогом победы, а лишь увеличивают показатели силы и выносливости. На этом я буду заканчивать, а вы наслаждайтесь красивой мясорубкой от Разрушителя. We'll be right back.
Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, какой бой Алистера вам запомнился и настойчивости в тренировках.